Меня зовут Офицерова Ольга, я предприниматель и ведущая игры «Как начать свое дело и масштабироваться». 4 часа мы моделируем весь бизнес-процесс от бизнес-идеи и до масштабирования. Мы проходим по каждому блоку нашей бизнес-модели. Мы генерим идеи, мы воплощаем их в жизнь, мы ищем ценностное предложение. Сегодняшняя бизнес-игра позволяет креативно посмотреть на существующие идеи и сформировать новый интересный креативный инновационный продукт. Игра проводится при поддержке Центра «Мой бизнес» Московской области. Я детско-родительский психолог, и здесь на игре я для того, чтобы составить план запуска и открытия своего центра развития талантов для города Красногорска для школьников в возрасте 9-16 лет. Вы не знаете, как это сделать, вы уже думаете про это. На-на-на, тогда решение, пожалуйста. Я благодарен организаторам данного мероприятия и также Ранхиксу за предоставленное помещение и дополнительное образование, которое позволит мне чуть-чуть продвинуться вперед. Мы ищем все возможные способы масштабирования и просматриваем все возможные сценарии, чтобы получить эффективный бизнес. И по окончанию есть, естественно, команда «Победите», и будут обязательно призы.